Очень краткое содержание поэмы «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина. Если в двух словах, то сюжет поэмы разворачивается следующим образом. Наводнение 1824 года в Петербурге становится роковым для главного героя. Потеряв любимую девушку в бушующих водах, он сходит с ума и обвиняет во всех бедах медную статую Петра Великого. А теперь немного подробнее. В Петербурге тихой, неприметной жизнью живет мелкий чиновник по имени Евгений. Он молод и полон счастливых планов на будущее. В скором времени Евгений собирается жениться на своей возлюбленной Параше, дочери вдовы. Женщины живут у взморья, и каждый день Евгений навещает их. Преградой на пути к счастью Евгения становится разбушевавшаяся стихия. Сильное наводнение затапливает улицы Петербурга и сносит дома, расположенные на берегу реки. Параше и ее матери не удается спастись, и они тонут в Неве. Евгений спешит на помощь к своей невесте, но не находит даже ее маленький бедный домик. Его смыло потоком. Страшная трагедия лишает Евгения рассудка. Потеряв смысл существования, молодой человек ведет бродяжнический образ жизни. Он спит, где придется, и ест, что попало. Однажды ночью, проходя мимо статуи Петра Великого, герой в безумии шепчет гневные слова в его адрес. Он уверен, что причиной всех пережитых несчастий является почивший император, который приказал построить город на Неве. Помутившийся рассудок Евгения подсказывает ему, будто разгневанный медный всадник скачет за ним. Евгений, что есть силы, бросается бежать. Спустя несколько месяцев безумца находят мертвым на одном из островов, возле затопленного домика Параши. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал.